клавесин – щипковый клавишный инструмент. Его изобрели в 16 веке. В разных странах клавесин называется по-разному. Во Франции и России – клавесин. В Италии – чембало, и иногда даже клави-чембало. А в Англии – харпсихорд. Клавесин можно было заметить в богатейших домах Европы. Его изготавливали из дорогих пород дерева, а клавиши покрывали пластинками из панциря черепахи или перламутром, а иногда инкрустировали драгоценными камнями.